Добрый день, добрый вечер всем любителям русского языка и культуры. Если вы давно следите за моими видео, вы наверняка заметили, что я очень люблю русский фольклор и героев русских народных сказок. Один из самых известных героев русских сказок во всем мире – это Баба-Яга. Что это за персонаж? Кто такая эта баба и почему она яга? В этом видео я постараюсь рассказать вам о ней по-русски, простым языком. Не забывайте, что это видео вы можете смотреть с русскими, французскими и английскими субтитрами. Этот персонаж, Баба-Яга, или как ее еще называют Бабка-Ёшка, присутствует в сказках всех славянских народов. Обычно ее изображают как уродливую, горбатую старуху, ведьму или колдунью, которая живет в лесу, в избушке на курьих ножках и летает в ступе. Если слово «баба» или «бабушка» не нужно объяснять даже иностранцам, то что значит «яга»? Это слово связано с прославянским корнем, который означает «ужасный» или «опасный». Если вы спросите любого русского школьника, кто такая Баба-Яга, он, скорее всего, скажет вам: это страшная старуха, которая живет в лесу, в избушке на курьих ножках, она ворует детей, чтобы съесть их. Вот такой образ Бабы-Яги прижился в русской культуре за последние несколько веков. На самом же деле, в русской мифологии Баба-Яга – это проводник между миром живых и миром мертвых. Именно она, по легендам, провожает души умерших в другой мир. Отсюда и ее странный, пугающий образ. Она сама – полуживая, полумертвая. Чего надо? Иван явился, неждан, незван, повернул избушку, разбудил старушку. Главные атрибуты этого загадочного персонажа – ступа, метла и избушка на курьих ножках. Интересно, а какой образ Бабы-Яги в вашей культуре? Что вы знали о ней раньше? И интересно ли вам узнать больше о славянской мифологии и русских народных сказках? Расскажите мне. Спасибо за ваше внимание и до встречи в следующих видео.